8 февраля в городе Михайлове Рязанской области прошли автомобильные гонки серии ЗАЗ. На стартовую дорожку встали запорожцы. Рязань представлял один экипаж – Быстрыкин Дмитрий и его напарник. В упорной борьбе они показали достойный результат – заняли почетное второе место. В Рязанской области данный вид автогонок проходил впервые. Но сами ЗАЗ-гонки появились более 25 лет назад. Само движение ЗАЗ-гонок, оно родилось достаточно давно, еще в середине 90-х. Примерно определяется, что пошли гонки именно с Казани. Потом это движение стало потихоньку появляться в разных других городах. В том виде, в котором оно существует сейчас, оно сформировалось примерно в 2005 году в городе Санкт-Петербург. И оттуда уже, постепенно переходя во Владимир, Москву, образовалась целая серия, которая вот сейчас и добралась и до Рязани. В ЗАЗ-гонках приняли участие водители из различных городов России. Больше всего гонщиков приехало из Москвы. Она была представлена на гонках как отдельными пилотами, так и целыми клубами. Кроме того, в соревнованиях участвовали экипажи из других стран. Потому что география данных соревнований именно на рязанский этап, она была обширна, включала в себя порядка 7 городов по России. В том числе были участники, представленные из города Полоцк, Беларусь, которые преодолели очень большое расстояние для того, чтобы поучаствовать в данных гонках. Еще одной отличительной особенностью этих ЗАЗ-гонок является то, что в составе московского экипажа приняла участие единственная девушка-пилот. Девушки были и в командах сопровождения, они поддерживали своих участников, но у нас даже была и девушка-участница Климова Екатерина из города Москвы, которая показала очень достойный результат на трассе. Рязанский ЗАЗ-клуб образован совсем недавно, но тем не менее его представители смогли оказать достойное сопротивление своим коллегам из других субъектов. Длина всей трассы превышает 1 километр. Это немного, но большую часть трудностей во время заезда внесла погода. В итоге места разделились следующим образом. Первое место – Таньков Евгений, Москва. Второе место – Быстрыкин Дмитрий, Рязань. Третье место – Мартемьянов Алексей, Москва. Семен Иванов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».